Елена нас украли. Из-за съемки сельской группы, ведущей раскопки на островах, мы... Нас захватили гаитцы. Они забрали всех гражданских. Мы кое-что нашли. Это открытие может изменить будущее планеты. Гаитцы могут знать, чем имеют дело. Борис! Руки за голову! Высота 8000, курс 90. На радаре помехи, возможно, гроза. Никак нет, командир! Грозовых фронтов в вашем районе нет. Все чисто. Отбой! Вас понял. Значит, радар брали. 3 минуты до высадки. Эй, Номад! Ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судной экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа Сиси, подходим к цели. Ждите зеленого. Ладно, парашюты, маски. После выброски держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел, пошел, пошел! До встречи на земле! Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Но, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за чёрт? Видели? Ломат ранен! Он потерял парашют! Парашют? Чёртов парашют! И запасного нет. Держись, парень. Ты над водой. Костюм должен погасить удар. Достаточно энергии. Номад, доложи обстановку. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка. Всех здесь. Уже на марше. Жоп на земле. Иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Проверь экран задания. Проверь глушитель. Будь осторожен. Маскировка активирована. Достаточно энергии. Маскировка активирована.
максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Достаточно энергии. Максимум скорости. Порок, это Ацтек. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Номад, давай сюда! Давай, пошли максимум за Ацтеком. Брони. Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то... Ацтек, ответь! Матре Санктиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Небо! Пророк, помоги! Номад, шут, криву! Живо! Ну, ну! Максимум силы. Максимум брони. Черт! Что это? Боже, что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это. Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно. Воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт, никогда не привыкну. Адьё, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Максимум сил. Понял, босс. Выполняй, пророк. Максимум брони. Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Маскировка активирована. Что за чертовщина? Маскировка активирована. Максимум брони. Максимум скорости. Номад, только что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Максимум брони.
достань бинокль и следи за ними. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Черт, они вызвали подкрепление. К тебе идут войска противника. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Сюда! Маскировка. Выходи и сразайся! Маскировка активирована. Максимум брони. Недостаточно энергии. Отлично. Маскировка заработана. Иди на место высадки. Максимум брони. Высадки захвачены противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Достаточно энергии.
Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Внимание! Сигнал бедствия идет из долины в 3 километрах на восток. Мы с психом идем туда. Следуй в ту же точку, но будь осторожен. Противник хорошо окопался. Понял, пророк. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Большое скопление противников. Маскировка активирована. Если ты попадешься, они вызовут подкрепление. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Тебе не уйти! К тебе идет новый отряд корейцев. Максимум брони. Маскировка активирована. Не дайте ему уйти! Недостаточно энергии. Маскировка активирована.
Маскировка активирована. Достаточно энергии. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Номад, поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял. Максимум брони. У нас на пути корейский КПП. Маскировка будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка
Маскировка активирована. Ты приближаешься к линии обороны. Попробуй прорваться с помощью гранат. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Номад, быстрее. Маскировка активирована. Ты должен это видеть. Что там у тебя, пророк? Сам уже достаточно. Рассказывать бесполезно, все равно не поверишь. Понял, иду. Маскировка активирована. Максимум силы. Максимум скорости. Максимум брони. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну, ну! Видишь его? Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну!
максимум скорости. Вот черт, ты это видел? Держите курс, надо найти шута. Идем на восток. Максимум брони. За ним, живо, живо!